Увидев вертолет, молодые люди развели костер. Благодаря этому спасатели обнаружили заблудившихся туристов на северном склоне горы Фишт в 2 километрах от канатной дороги комплекса «Лунная поляна». При помощи бортовой лебедки группу туристов подняли на борт. Медицинская помощь им не потребовалась. Всего в составе группы было 7 человек, из них 6 подростков от 13 до 16 лет. Все они – жители Апшеронского района. Как рассказали туристы, они отправились к компании в лес за лопухом. К вечеру на горы опустился туман, и дорогу назад они уже найти не смогли. Из еды с собой практически ничего не было, так как собирались в лес на один день. Туристов доставили на базу спасотряда, где их забрали живущие в Сочи родственники.